12 лет колонии строгого режима. Такой приговор вынес городской суд одному из жителей города. Преступление, в котором он обвиняется, было совершено в августе 2012 года. Тогда в результате ножевых ранений скончался молодой мужчина. И что особенно страшно, смертельные удары погибшему, по информации прокуратуры, нанес родной брат. Линия защиты строилась следующим образом. Они пытались свести действия подсудимого к превышениям пределов необходимой обороны. Вместе с тем, стороне обвинения удалось доказать, что причина смерти носила умышленный характер, в связи с чем и был вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.